Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Фей, но перед этим, ребятки, да, вот это вот акция, которая означает, что нужно найти вот такой вот смайлик в сундуках, и кто самый первый его найдет, тот получит бонус в виде монет. Кто самый первый его нашел, получит 5 миллионов монет. Парам-парам-пам. Да? Прикольно? Прикольно. Особенно с тем, что акция появляется сама по себе, то есть это чисто рандом. Ну... Короче, ладно, ну вы видите, в принципе, значение, я думаю, уже никто не успеет в сотку попасть, поэтому, в принципе, уже без разницы. Но акция прикольная, попробуем достать, он бронзовый есть, вдруг выпадет, да, потому что на нем тоже нарисовано. Ну, еще есть два таких, я, кстати, не помню, мне вроде даже с такого и выпал один раз, смайлик, но это не точно. Открываем бронзовый и все, ну и впих с ним. В общем, сейчас будем качать Фей на 9 уровень, я расскажу, откуда у меня жетоны на Фей, да? Ну, как расскажу, тут, в принципе, неожиданности нету. Открываем боевой пропуск. Вот он, этот сундук изумрудный за 15 уровень. Что могу сказать? Это уже третий раз мне на нового персонажа выпадают жетоны именно с этого сундука. Именно с верхней линии, да? То есть золотые, изумрудные именно с оттуда падают на нового персонажа. Почему так? Ну, я думаю, это подкрутка. Ну, сто пудов, потому что, ну, блин, три раза подряд мне оттуда выпали жетоны на нового персонажа. Трижды, как минимум. Поэтому, сами понимаете, не подкрутка там. Ладно, все, идем качать, короче. А то я что-то, как всегда. Немножко еще душный после Никса, после тех сложных боев. Блин, такая душнина. Лучше бы я туда никогда не заходил. Надеюсь, больше туда никогда не зайду. Итак, вот он, 9 уровень. Возьмем фул ветку после него. Наверное, еще на 10 хватит, но 10 уже в следующий раз. Итак, 500 хпшки накидываем. И погнали. Наконец-то третий слот. Добавим подвижности. Мне, кстати, вроде сандальсетов выпадали, да? Или нет? Или да? Не помню. Ладно, давайте качать, потом посмотрим, что мне там есть по подвижности. Ну, потому что, мне кажется, были сандали святого. Блин, они начального уровня такие бесполезные, но посмотрим, ладно. Так, фул, кстати, урон в лук получаем, да? У Фей лук такой себе. Будем честными. О, канистр гелия, круто. Круто. Так, и дробовичок. Ну, кстати, граната, дробовичок, хороший уровень по урону получается. Очень много бустов. Следующий, кстати, тоже бустит 15% дробовика. Ля, просто бусты жесткие. А больше ничего, да? Ну ладно, зато спинчик потом будет. Так, все, открываем третий слот, 9000 монет. Фу, наконец-то. Наконец, конечно, хочется 12 уже, но... 50, ну, в общем, выйдите, там уже на 11 не хватит. Итак, по атрибутам. Ну, тут все просто. Что-нибудь по балансу сейчас сделаем, у нас гранатка. 3% радиуса, 4% перезарядки и 5% дальности. Давайте перезарядку возьмем. Более балансировано будет. И лук. Лук у нас дальний, снайперский. Скорость, перезарядка. И дальность. Дальность вообще, кстати, ни о чем. Давайте лучше перезарядку возьмем, будем почаще стрелять. Ну и, в принципе, остается, да, оружие. Ну и, да, нет у меня сандали святого. К сожалению, не выпали еще. Ну, золотые ящики, может, пооткрываем в будущем. Выбьем сандалики святого себе, вот такие вот модные. И, наконец-то, Фей заиграет, но пока что... Наверное, возьмем ботинок. Я тут не вижу особо чего-то полезного, что могло бы Фей понадобиться. Укол адреналина, конечно, да, но 59%. Спасибо, не надо, обойдусь. Берем, в общем, ботинки. Дадут они нам целых 52 скорости на 2 секунды. Думаю, будет красиво. Ну и погнали смотреть, на что способна Фей 9 уровня. 3 слота. Кстати, ивент еще идет. Да. Интересно, будет после первого ивента второй или нет? Я думаю, нет, думаю, будет... Раз в неделю по ивенту или раз в две недели, вот примерно тоже что такое. Надеюсь. Потому что все-таки бонусы там неплохие. Ладно, все, погнали в команды бои. Да-да, сундучки мы, конечно, будем открывать, в скобочках нет. Обойдусь я как-нибудь. Хотя 5 миллионов монет. Не, знаете, если бы я там сидел каждую минуту в игре и чекал бы, когда эти акции выходят, тогда ок. И тогда ок, я бы, ну, возможно, запотел бы открыл бы один легендарный ради 5 миллионов монет, почему бы нет, да? Почему бы не открыть легендарный сундук? Ай. Так, ладно, лутаем. Бобер, ну кто-нибудь залутайте лук. Они смогли. Стоп, там вроде бобер с кем-то дерется, не? Нет, он просто больной. Ладно, неважно. Как говорится, таких я 100 раз видел. Че уж, идем дальше. Итак, вот наши, кстати, дальности, радиуса. На стандартной гранате, если что. Серебряное копье. О, хорошая граната, кстати, выпала. А где моя команда все? Ага, они что-то там делают. Ладно, пусть что-то там делают, мы тут поубиваем пока противник. Кстати, возможно, квестик там есть на убийство в воде. Надеюсь, я убил. Ну, одного я. А другого, видимо, бовер. Ну, мы тут налутались хорошо. Моя команда остальная что-то делают. Может, даже дерутся с кем-то. Только с кем непонятно.
А вон вижу, кто-то убегает. Так, ну бахнем красивенько. Блин, какое же маленькое копье по дальности. Капец, как не хватает. О, там дерутся. Быстренько, быстренько. Врываемся. Закидываем все, что есть. Просто в толпу кидаем. Не смотрим даже, куда кидаем. Просто кидаем и все. Так, там Никс быкует. Так, закидываем. Бачок тут врывается. Нужно от ботинка играть, да? Закидываем урончик. Так, я легендарный дробовик пока залутаю. Так, закинем еще. Еще урончика, больше урончика. По нашим противничкам. Ну все, они тут помирали уже все. У них нету шансов вообще никаких. Автоатака рулит, короче. Ладно, отхилились, нормально. У нас там еще бак умирает, блин, надо идти спасать. Чтобы понимали, здесь был один никс. А нет, тут побольше никсов. Был один вроде. Очень странно. Так, нужно сначала этого резнуть, красавца. Ну, мы выжили. Команда вроде адекватная. В таком замесе на несколько складов получилось победить. Так, Никс там получает от меня кучу выстрелов. Этому тоже надо пихнуть, наверное. Чтобы не сбежал. Блин, какой же приятный легендарный дробовик. А, посмотрите на это. Видели эту дальность? Это такая имба. Не фул дальности даже. Не фул. Кайфую. Это, конечно, бред, что оно считает. Но оно как бы не считает. Оно просто показывает, типа, что могло бы вам засчитать, если бы вы играли в ивентах. И почему-то всегда первый бой в игре, когда вы заходите в игру, оно показывает такое отображение. Я не знаю почему. Это, наверное, еще с января месяца, когда ивенты у нас появились. Вот оно до сих пор вот это есть. Разрабы, как говорится, как всегда. Да, ну хотя бы смогли выпустить первый ивент. Ну, не первый, был еще на Никсан, он тоже был непроходимый. Самое интересное, да, то, что они вот вроде бы уже полгода ивенты тестят, да. Они как бы непроходимые, все дела. И такие, да нормально. Нормально еще, непроходимый ивент, это самое то. Нравится. Так, ладно, закинем. А что у меня фейс стало? Странно. Надо бы найти какой-то дроп. Тут боты снизу были. Ботики. Я надеюсь, эти к ним не успели добежать. Ага, вот они, красавчики наши. Бахаем по ним. Ну, ботики мне, в принципе, не нужны. Поэтому лутаем гранатку, она пригодится побольше. Потому что сейчас нужно уже против противника играть. Там 9 уровень, если я не ошибаюсь, бежит на нас. Лук я залутал, вроде бахаю нормально. Ля-ля-ля, там кто-то по мне бахнул. Так, ну, а ну-ка иди сюда, кто там бахает по мне? Там легендарный бот, ё-моё, это жестко. Жесткий легендарный бот. Бака шотаем. Легендарного бота тоже почти добиваем. О, Никса тут нету у нас, да? Отлично, я хоть гранату нормально залутал. Смотрите, какой радиус, смотрите на эту дичь. Это начальная граната, если что. Начальная, понимаете? Ой, замесик, ой, как они зря сюда пришли. Ой, как вы зря сюда пришли, ребятки. Не на того вы пришли, ой, как не на того. Я еще ботинком не пользуюсь особенно. Ой, как не на того. Ладно, давайте добивать противников. Блин, сколько же там противников, вы посмотрите на эту дичь. Тут четвертый склад, наверное, уже пришел нас убивать. Но не тут-то было, я-то с легендарной гранаткой. До свидания. Бля, тут еще идут. Вообще неугомонные противники. По ним столько урона летит, а им пофиг. Они идут, они продолжают идти. Так, отхилим наших ребят. Яра до сих пор не научилась хилить. Это проблема, конечно. Так, бахаем. Бак у нас где-то умер. Нужно его спасать идти. Так, ну залутаем сначала эту штучку. Так, тут немножко отойдем. Отмансим, так сказать, дистанцию. Блин, я не успел. Ой. Бачок, спасите. Кенгуру, что за больные? Вы же рядом стоите, ну помогите, ну. Какие же больные. Да. Я просто не успел нажать аптечку. Ну, это сам виноват. Ну, блин, какие же они больные. Это просто нечто. Надо зубы вампиры брать. Они вообще есть, интересно. Что-то как-то зубы вампиры вообще нужны очень сильно, потому что урона я наношу много, а отхиливаться не могу. Ну, конечно, нету. Зато есть кофе. Да, зато есть канистры гели, да. Инструменты. Очень, конечно. А зубы вампиры, да, такое. А, они золотые, понимаю. Да. Я и забыл, что они же золотые. Печалька, короче. Страдаем, значит. Ладно, ребятки, погнали еще бой тогда. Ну, а что, выбор тогда нужно брать все-таки около адреналина. 50%, но это вот уберет эти вот смерти, которые случаются, когда ты заигрываешься. Ну, тут откровенно заигрался, нужно было чуть адекватнее действовать. Так, нужно еще залутать. Еще 3 пушечки. Ну, льву пофиг, он это, немножко
немножко не осознает. Ладно, заигрался я, по сути, в прошлом бою. Нужно просто было немножко адекватнее совести. И не рассчитывать ни на коем случае на команду неадекватов. Так, бахаем, бахаем, бахаем. Блин, бобер с кофе. Ну, конечно. С чем же еще может быть играть бобер? Конечно, кофе. Что же еще есть у бобра, кроме кофе? Правильно, ничего. Я не на бобре. Блин. Блин, у вас там сейчас, короче, капец. Ай, сейчас растягивать. Моя команда умирает, я тут... Ну, короче, я косяк, сам виноват. Сейчас дорастяну, подождите секунду, ребят. Я еще не умер до конца, не? Нормально, живем. Так, сейчас дотыкаю кнопочки быстренько и настрою еще раз. Проверю, чтобы было все нормально. Ну, вроде все норм. Может, даже перерастянул, ну ладно, сойдет. Фух, извиняюсь, конечно, за этот момент. Надо, в общем, подшаманить немного настройки. Чтобы такого больше никогда не было. Ну, просто раньше такого никогда не было. Сейчас почему-то там начал встречаться, я не знаю почему. Кстати, у нас вроде передизайнили карту. Видите, вот этот значок, его же раньше не было на поиске. Или был. Ладно, неважно. Заходите сюда умирать, не очень хочу. Просто бахаем пока что там. Ля, какой радиус? А что это такое? Это что у тебя там за радиус такой? Слышь? Со стандартной гранатой у него вроде радиус такой, да? Или серебряный? Ля, там бобер дерзкий. Ты что, дерзкий бобер? На тебе. Я, кстати, видел прикол. Кто-то ходил за персонажа своего. Вот здесь вот стоит, и у него купол не видно. Ну, то есть у него... Все отображается без купола, прикалывайте? Как вам, а? Баланс? Баланс. Вроде говорили, что это баг, но... Короче, странно, в общем. Надо заходить, а то они там бэкуют, меня уже задолбали. Этот бобер мне уже надоел, любитель кофеман. Сейчас я ему устрою. Или это не тот, неважно, короче. Будем мстить бобру за его друга бобра. Все, до свидания, бобер. Отхилимся сейчас. У меня, правда, аптечек уже не останется, но тут уже не важно. Я думаю, и так затащим. Фух. Ну, бэкуем пока что, бэкуем, у нас все красиво. Такс. Лутаем прекрасную вещичку и отправляемся в боец. Дальше. Фух. Еще против нас склада, кстати, остался. Нужно быть аккуратней. А то я слишком бэкую, как всегда. Ну, блин, вы видели мою команду? Если бы меня, мы бы на этого бобра вообще не зашли. Понимаете, в пятером бояться бобра. Ну, вот как это называется? Ну, вот что за игроки там играют? Так, бахаем по Никсу. Бахаем, бахаем, бахаем. Я не знаю, почему он замедленный такой был. Это было очень странно. Откуда там? Ай, надо залутать аптечку. Мне аптечки нужны. Главное, сильно не подгореть. Так, ну лутаем аптечку. Камелешин. Ну, конечно, он не притянул. Зачем? Ладно, пешочком пойдем. А все равно же парочка противников осталось, не страшно. Фух, ну что-то душно. Иногда, когда по 4 склада в тебя залетает, это, конечно, напряжно. О, по них здесь тусуется. Так, отмансим немножко. А куда он бежит, интересно? Как вы думаете? Интеллект Никса. А что вы тут делаете? Я не понимаю. Один бежит, трой бежит. Любители побегать. Давайте подхилим наших ребят. Они еще умирают. Как они это вообще делают? Я не понимаю. Там один несчастный Никс бегает. Какой-то фигней страдает. Неадекват какой-то на Никсе. Вон он выбежал. Так, на тебе. Ладно, не попал. Лев, кстати, попал в него. Блин, не успел тыкнуть дробовик. А так бы был мой килл. Ну ладно. Ладно. Сойдет. Фей мы сегодня прокачали. Рейтинг забустили. Конечно, обидно было тогда умереть. Когда затащил 4 сквада. Ну ладно, 3 сквада затащил. Потом взял и умер. Ну, опять же, сам виноват, не ставлю около адреналина, ставлю бесполезный ботинок, которым я даже не пользовался. Вот понимаете, я взял ботинок и не пользовался. Вот как так можно? В общем, я пока что возьму около адреналина. Хотя дефибриллятор надо брать, это же командные бои. Но зная свою команду, лучше его не брать. Лучше возьмем около адреналина и будем уже через вот эту сборку играть. Надеюсь, это будет получше, потому что, ну, ботинок бесполезен. Это все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте, всем пока-пока.